В начальной игре первой лиги чемпионата Беларуси по футболу «Нафтан» сыграл против «Гомеля». Новополоцкая команда играла на выезде. До протяжении всего матча футболисты обеих команд вели активную игру, но им так и не удалось поразить ворота соперника. В итоге ничья 0-0. Стоит отметить, что многие команды начинают матч с минусовыми очками. Ассоциации Белорусской Федерации Футбола были вынесены решения в отношении футбольных клубов, замешанных в деле договорных матчах. Таким образом, «Нафтан» лишен 15 очков, «Химик» – 9 очков, «Гомель» – 5, «Лида» и «Орши» начнут сезон с минус 3 очками. В целом, в турнире первой лиги принимают участие 14 команд. Чемпионат планируют завершить в ноябре 2020-го. Кстати, не исключено, что права на показ матчей турнира Ассоциация Белорусской Федерации Футбола также продаст зарубежным телекомпаниям.